Современное здание сегодня осмотрел губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев оценил и техническое оснащение школы. Ее построили по типовому проекту меньше, чем за год. Радостно начинать Новый год с новой школы. Это школа будущего. И это очень важно нам понимать, если мы говорим об экономическом развитии нашего региона, если мы говорим о качестве медицинских услуг, о качестве образования, то вот это самое качество рождается здесь, в школах. В тех школах, которые мы сегодня построим, современных школах. Потому что нам очень важно, чтобы дети были успешными. И если мы сможем в них вложиться, дать им основу, базу знаний, и они станут успешными. Наш край, нашу Кубань будет еще более успешней завтра. На строительство новой школы в Армавире потратили более 320 миллионов рублей. В этом году на Кубани в разных районах планируют открыть еще 10 школ.